Проведет очередной матч в регулярке и старшая команда. Югра сегодня в рамках выездной серии сыграет с Молотом. Соперник не самый простой для нашей ледовой дружины. К слову, в прошлом сезоне матч в Перми завершился в пользу хоккеистов Молота 2-0. Но в домашнем матче югорчане разгромили соперника со счетом 7-2. Всего команды встречались друг с другом 8 раз. 5 побед на счету Югры и трижды брал верх Молот. В турнирной таблице подопечные Эдуарда Зенковца продолжают лидировать, а вот хоккеисты Молота пока только 22-е. Эту игру в прямом эфире покажет наш телеканал. Начало трансляции 18:55 сразу после вечернего выпуска новостей.